два, три, четыре, и мадафака, поехали. И гулял как-то мальчик по улице, и он увидел тетю. Она была вся голая. Он ее увидел, она к нему подошла и сказала: один час 100 рублей. Он испугался, побежал домой, потому что она могла забрать его к себе домой, и там бы не было Майнкрафта. А он так любит ведь его. Майнкрафт лучшая игра, лучше нету ничего. Ты такой крутой здесь, на случай Майнкрафта есть копатель, один лишь только копатель. Не там ты там копаешь. Ты... Копатель. Да, ты копаешь там копатели. Ты очень много копаешь землю, ведь ты копатель. Если ты копаешь, то ты умеешь копать. Так, ты копатель?